9 февраля 2019 года. Типичная сельская дорога. Состояние после зимы. Причем такое село не передовое, можно сказать. От трассы мы уже отъехали несколько километров в сторону. Любельское воеводство. Да, где-то километров 30 мы от Люблина сейчас. До Люблина мы ехали. Направо, говорит. А, ну это вообще можно... Через 400 метров поверните направо. И мой говорит направо. А куда именно? Скрэнч, остров лево. Вот так, типа, надо выехать. А то непонятно, куда ведет дорога. Поверните направо. Прикольная тут дорога, как я скажу, вообще недавно сделали. Гмина Милеев. Опущено трассу. Милеев. На выключил вот этот навигатор. Можешь поиграть, если хочешь. Только выйди с навигатора. Нормально, и тут дорога ни одной ямки после зимы там. Метро. У нас поедешь, так там и останешься в ямах. Я шучу. И он вся освещается, дорога фонари. В радончик. Делянки у них тут так интересно. Вначале земля, потом дом. Тоже узкие нарезанные узкие. И никого не на одном машине не было. Тебя я там и с тобой. Сателлиты. Панели. Панели. Теплички у людей. Грошек тут или через 700 метров. Я думал, что кто-то срезать, то забитые село какие-то. Можно сказать, что приехал. Вон большая теплица слева. А вон вообще какой-то план. Такая умерика была бы. И вот такая еще. Вон деревянный, смотрите, там крыша вообще, блин, деревянная, клон года. И живут, у нас стеклопакеты стоят, двери поменены, крыша, блин, деревянная, нервирует, дырявый. Вот тебе игрушек. А ну что-то говорит. Скрыть вправо. Фронт сходный. Фронт сходный.
не пустой. Вон они сидят. Ну, Аня, давай. Давай, кипелочку.